Подготовка к зиме – одно из самых актуальных направлений в работе городских служб в этот период. Избежать проблем прошлого отопительного сезона, подготовить жилой фонд к наступлению холодов – такие задачи поставлены руководством Керчи перед коммунальщиками. Посещение района бывшего стеклотарного завода выявило необходимый объем работ. Увиденное говорило само за себя. Оголенные трубы теплотрассы, разбитые тротуары и дороги. Прилегающая к домам территория требует наведения порядка. Среди нареканий городского головы в адрес коммунальных служб – люки, отсутствие освещения во дворах домов. Доработки требуют и бельевые, и детские площадки. Увидев делегацию во главе с мэром, жители поспешили обратиться к нему с наболевшими проблемами и просьбами в их решении. Городской голова объявил о предстоящем сходе. В следующую пятницу я всех жителей приглашаю сюда на сход граждан, чтобы люди высказали свое мнение. А до схода и сейчас работы хватает. Отремонтировать подъездные двери, входы в подвалы, привести в порядок спортивную площадку, укомплектовать плитку, покрасить бордюры, продолжать санитарную обрезку деревьев. Это не полный перечень работ по комплексной подготовке микрорайона к зиме. Создание нормальных условий для людей. Это строительство бельевых площадок. Это установка детских спортивных площадок, скамеек, лавочек, столов. Ну, чтобы люди могли выйти и отдохнуть, понимаете? Не просто подметание и наведение порядка, а комплексная работа по подготовке этого района, бывшего старого стеклотарного, к осенне-зимнему периоду. Это и освещение, это и пешеходные дорожки и так далее. Сейчас жители микрорайона ежедневно наблюдают работу сотрудников жилавтосервиса, но в предстоящие дни она будет продолжена трудовым десантом.